связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции с 23 марта допуск в центральный офис МФЦ Ленинского района осуществлялся по количеству свободных операторов. Мы пускаем заявителей по мере освободившегося окна, но с 26-го мы прекратим прием, будем работать только предварительная запись через колл-центр. Решение было принято на основании постановления губернатора Московской области. Доступ в МФЦ с 26 марта будет осуществляться по записи. Номер телефона можно найти на сайте центра «Мои документы». На данный момент в МФЦ работает 37 окон. Всем сотрудникам в начале смены замеряют температуру. Также здесь проводится санитарная обработка с 12 до часу и с 15:30 до 16:30. Посетителей в это время в МФЦ не пускают. Одновременно в здании находится не больше 50 заявителей. В каждом окне они могут ознакомиться с рекомендациями по профилактике заболевания. Судя по оценкам посетителей на экране, гости довольны работой центра, хотя при обычной загруженности оценок с утра гораздо больше. По-моему, ничего не изменилось. Я был последний раз здесь год назад, тоже получал некоторые документы, выписки. Все то же самое. Очереди нет никакой. 3 минуты ты получаешь номерочек и тут же идешь к окошечку, где работает с тобой оператор. Граждане могут решить большинство вопросов через портал государственных услуг. Теперь заявители, у которых оформлены документы о получении помощи Министерства социального развития с 26 марта, могут не предоставлять дополнительные бумаги, так как она будет продлена автоматически. Также с 26 марта территориальные подразделения МФЦ для посещения будут закрыты. Услуги можно будет получить в МФЦ на улице Школьная и в жилом комплексе Бутово парк. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.